Здравствуйте, в эфире новости, в студии Владимир Причепа. В городе Кумертау состоялся финальный тур конкурсов «Учитель года» и «Музыкальный руководитель года». За эти титулы почти месяц боролись 10 работников учреждения образования. Лучших педагогов определили по итогам трех этапов. Открытые уроки, мастер-классы позади. В течение всего месяца педагоги демонстрировали свой профессионализм. Финальный этап конкурса проходит в торжественной обстановке в Доме культуры «Рассвет». В зале собрались ученики, коллеги, почетные гости. Перед началом мероприятия всех конкурсантов поприветствовал председатель Совета городского округа Юрий Мельников. Он подчеркнул роль данного мероприятия в профессиональном развитии педагогов. Данный конкурс направлен на поощрение, развитие и стимулирование передовых учителей, коими являются сегодня наши уважаемые участники. Безусловно, вы талантливы, старайтесь принести что-то новое, старайтесь улучшить свою работу и старайтесь сделать так, чтобы ваши ученики были лучше. В этом году за звание учителя года борьба идет среди 6 педагогов школ города. Это учителя физической культуры, математики, информатики, русского языка и литературы. Также в этом году решением педагогических работников образовательных учреждений и управления образования впервые проводится конкурс среди музыкальных руководителей. Это звание оспаривают педагоги 4 дошкольных образовательных учреждений. Все педагоги талантливы и у каждого свой подход в образовательном процессе. Поэтому, по словам председателя жюри, оценивать выступление конкурсантов очень сложно. Учителями и музыкальными руководителями в течение вот этого мероприятия было проведено и сделано очень много. Были показаны открытые уроки, были проведены мастер-классы, были проведены музыкальные занятия с детьми. Сегодня мы проводим финал, где нам конкурсанты покажут еще видеопрезентацию и покажут нам свой творческий конкурс. Кроме того, сегодня в зале, вот в этом зале очень хорошие выставки. Сегодня мы посмотрели тоже выставки. Очень интересно, что помимо уроков, помимо школы, помимо детского сада, у учителей есть еще и хобби, которыми они радуют, наверное, не только, в общем-то, себя, но и своих близких и родственников. Поэтому хотелось бы сегодня, конечно же, пожелать всем участникам достойно пройти финал. Ну а сегодня, который определится победитель, мы ждем от него только достойного представления нашего города на республиканском конкурсе. В заключительном туре участникам предстояло продемонстрировать свои творческие таланты. И, как оказалось, для педагогов, которые собрались в этом зале, нет ничего невозможного. Песни, задорные танцы. На сцене один за другим сменялись яркие номера участников конкурса. Педагоги подтвердили, что обладают не только высоким уровнем педагогического мастерства, но и имеют большой творческий потенциал. Правда, по словам участников, именно последний тур для них оказался самым сложным. Самый сложный – это вот сегодняшний последний этап. Это надо было, уроки давали, там как бы классный час, мастер-класс, оно как бы наше, наработанное уже годами и так далее. А здесь, ну как сказать, когда-то чем-то занимались, но это уже давно было и прошло. Ну, надо было готовить номер художественного самодействия. Я думаю, что все конкурсанты с этим заданием справились и выступили достойно. Наверное, самый сложный этап все-таки это финал. Уже когда почти все пройдено, остался последний момент. Тяжело уже, нервное напряжение и тому подобное. Праздник закончился, и сегодня каждый из учителей вновь спешит на урок. Мы от души желаем всем успеха и хороших показателей в повышении качества знаний учеников. По итогам всех конкурсных испытаний звание «Учитель года 2015» удостоена Николаева Галина Николаевна, учитель информатики школы номер 6. Победителем в конкурсе «Музыкальный руководитель года» стала Свиридова Клара Рашитовна, педагог детского сада «Дюймовочка». Победителями онлайн-голосования стали учитель математики вечерней школы номер 1 Латыпова Наиля Фаритовна и музыкальный руководитель детского сада «Колокольчик» Лагутова Лариса Георгиевна. И к другим темам. Закончились игры в хоккей среди школьных команд. Напомним, в финальных играх победу одержали хоккеисты школы номер 3. Во вторник им предстояло отстаивать звание победителей в суперфинальном матче. За игрой наблюдала и наша съемочная группа. Сегодня мы пригласили победителей турнира по дворовому хоккею. Третью школу пригласили всех ребят, которые у нас вышли в финал, но не стали победителями. Это
первая и девятая школа. Давайте поаплодируем друг другу. Традиционное приветствие хоккеистов, затем начало суперфинального матча. В нем играют победители матча кругового турнира команды школ номер 3 против сборной команды, в составе которого также финалисты. Ребята из 1 и 9 школ. По решению судейской коллегии в суперфинальном матче хоккеисты играют 3 периода по 5 минут. Первый период прошел относительно спокойно, со счетом 0-0. После небольшого перерыва следующая игра. Игроки все активнее начинают атаковать ворота соперника. Причем борьба шла напряженная. Опасный момент возникали то у одних ворот, то у других. Во втором периоде буквально на последних минутах команда школ номер 3 забивает гол, тем самым открывается счет. Однако спустя несколько секунд сборная команда забивает ответный гол в ворота третьей школы. Счет становится 1-1. Третий период также прошел без голов. Теперь победители должны были определить послематчевые буллиты. Первый удар и шайба в воротах. В дуэлях между нападающим и вратарем успех сопутствовал игрокам сборной команды. Они стали победителями. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что команды были на равных, и игра получилась зрелищной. Об этом говорят болельщики, которых, к сожалению, оказалось немного. Игра прошла, да, на хорошем уровне, эмоциональном, волевом. Значит, ребята упорно стараются, занимаются этим видом спорта. Хотя условия, конечно, не совсем такие, скажем, профессионально созданные. Но надеемся, то, что у нас в ближайшее время появится ледовая арена, где будет своя команда города Кумертау. И будет достойно, я думаю, выступать на соревнованиях республиканских и далее. Ну и главная цель организаторов и руководства города – возродить старые хоккейные традиции и вернуть этот игровой вид спорта к истокам – удалась. Ребята с удовольствием играют и хотят повышать свое мастерство. Ну, игра хорошо, силы были равны, все хорошо играли, никто не мешковал. Настрой хороший был, интересно было играть. Играем каждый день, у нас проходят тренировки 6 часов, мы занимаемся сами. Тут нам бы тренера, конечно, сюда хорошего, чтобы нормально занимали. И коробку вот нормально бы сделали нам. Вот. Ну и, конечно, лучше была бы, если крытая коробка была. Все участники награждены памятными кубками. Этот турнир объединил всех, кто любит активный образ жизни и спорт. Айгуль Мухаметшина, Владимир Кузьмин, новости. Это была последняя новость выпуска. Информационный партнер программы – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Уфа». Город Кумертау, улица Карла Маркса, 2А. И это все на сегодня. До встречи.